Алюминиевая моторная лодка Finval Fish Pro 505. Изготовитель Украина. Компания Finval. Лодка моторная. 505. Это лодка, приспособленная как раз именно для рыбалки, для рыбаков, оснащенная рундуками, емкостью для рыбы. Верх корпуса выполнен из алюминия, низ корпуса тоже алюминиевый. Хороший, качественный алюминиевый прокат. Сварные шовчики красивые, смотрите. Здесь покраска изумительная. Краска, вот лакокрасочное покрытие, оно изумительное, без соринок, без пылинок. Вот это вот та самая лодка, которая не вызывает никаких нареканий. С первого взгляда все идеально и положительно. Вот действительно, это лодка, которая заслуживает особого внимания. Ну, по крайней мере, по сравнению с тем, что я видел, что я изучал. Даже вот смотрите, тот же самый привальный брус, он идет уже не стандартный, как на всех лодках, а он изготовлен уже, вот другой профиль совсем идет. Средняя часть профиля тоже ПВХ, здесь более мягкий ПВХ зафиксирован, здесь вот у нас внешняя оболочка более жесткий ПВХ профиль. Вот. Что касаемо эмблемки, ну, заливные у нас идут. Графика нанесена у нас на борту. Здесь идет зеркалочка у нас, пленка. Вот, и все это покрыто у нас на виниловой основе, покрыто прозрачной пленочкой. Вот. Ну, как можете сами убедиться, сварные швы красивые, аккуратные. Покрытие тоже сделано грамотно, красиво и аккуратно. Ничего у нас не выпячивается. Все вот эти вот ключи у нас заподлицо с панелями выполнены. Внутри поддончик тоже красивый, аккуратный. Коврик. Это покрытие. Вот, честно говоря, наверное, надо было бы вот это покрытие -то сделать подлиннее. Потому что в любом случае подошвы будут ходить, наступать. И вот хотелось бы подобные вещи -то видеть немножко подлиннее. Но само... Металлопласт что? Покрытие? А, краска? Вот. Покрытие выполнено, вот если можно присмотреться, выполнено именно вот с какими-то гранулами смешанными и, скорее всего, под давлением и с температурой. Очень хорошее прочное покрытие, которое приклеено довольно прочно и без всяких вот подклеек. Мы не видим никакой вот этой грязи вокруг. Все чистенько, аккуратненько. Покрытие меня тоже, вот этот протектор, очень-очень радует. Смотрите, все заклепано аккуратненько. Вот даже под вот этими вот клепками расположены прозрачные вот какие-то втулочки, чтобы не портить лакокрасочное покрытие. Вот, потому что если лакокрасочное испортится, может коррозия в алюминии пойти. И вот здесь обычно, как бывает, вспучивать уже. Начинает вспучивать, если покрытие зацарапано. Здесь вот это все избежали. У меня такое впечатление создается, что эту вот лодку разрабатывали как раз европейцы, финны, скорее всего, потому что это действительно крутая лодка. Посты. Пост рулевой. Посмотрите, шикарный руль. Действительно удобно. Вот на ощупь, вот что-то такое не передавать. Приятно, вот приятно, действительно. Классно. И держать удобно, и вот у нас под пальцы есть выемки, и логотипчик они тут свой разместили, без этого никуда.
приборная панель. Здесь вот удобные штучки такие, чтобы цеплять. Такие-то вот панели. Здесь выставлен, установлен 12-вольтовый у нас разъемчик под какие-то приборы. Здесь, здесь установлен тоже. Очень удобные вынесены прикуриватели эти. Вот. Вот панелька. Панелька вот закрывающаяся. Рундучка вот у этого, у ящичка тоже очень такие красиво выполнены. Смотрите, резиночка, уплотнитель. Само оргстекло загнуто по форме. Графика нанесена. А, нет. Лазером выпилено. Красиво смотрится. Очень. Толщина еще 4 мм. Все. Ну, вибрации как таковой. Бряканье не слышно. Благодаря вот таким вот мелочам. Вот этот катер проработан до мелочей. Реально. Вот дверка у нас есть для закрывания, открывания. Вот честно, вот это первая лодка, которая так радует, очень радует. Так, вот, так вот. Ну, что тут сказать? Вот, вот это вот гуляние. Вот я не знаю, это скорее всего. Если вот это вот сделано на лазерной резке, то вот здесь вот, ну, руками что-то пилили. Лазер, видимо, не стали отдавать. Вот это вот гуляющее. Но это не недочет, это особенности проектирования, скорее всего, были. И вот как интересно фиксируется. Тоже первый раз такое вижу, что защелка в защелке. Панели выполнены посты из стеклопластика. Толщина панели 6 мм. Это довольно прочно. Очень прочно. Вот мы можем видеть, да, 6 мм покрытия. Четкое, глянцевое, без каких-то там соринок, пылинок. Очень, очень качественно. Стекла у нас в комплекте пришли. Сейчас сложно сказать, каленое это или не каленое, потому что маркировок я не вижу. Вот, но как они упакованы, вот, пенопластом, чтобы с корпусом они не, как сказать, не вплотную не соприкасались. В зверьках упаковано все хорошо и качественно. Вот, смотрите, полость, много полостей для хранения мелочевки, снасти рыболовной. Такие вот, смотрите,